Орех маньчжурский, орехи от железного. Ну, весточка для меня. Вы знаете, я маньчжурский орех выращивал только один год, садил под зиму, и весной они дружно взошли. А потом я их продать не смог. Ну, может быть, десяток продал, а десятка четыре я их потом уничтожил. Ну, куда? Они растут как бешеные. Ну, правда, куда девать? И вот, значит, вот весточка, да? Хорошая весточка. А у меня, я уже махнул рукой, сегодня конец июня. Дети мои посадили косточки, да, еще у меня сортированные сейчас в холодильнике лежат. Вот, я хочу проверить, зайдут ли они на следующий год. Будучи сертифицированными, но не проклюнулись. Я их просто взял, вытащил и обратно в банку сложил, но уже без песка. Вот. И вот, значит, посадил Сенька один из этих, сказал, я заработаю, да. И до недели назад, я точно знаю, что их не было. Сегодня это, идем, я говорю, ой, не наступили, наступи, смотрю. Полезли в конце июня, старицированные, то есть они, а уже прошел лишний месяц, полтора. И получается, что я же на ходу учусь, орех для меня почти незнакомая вещь. Один огромный орех растет ровно на границе меня и соседа, половина падает к нему, половина ко мне, все довольны. Вот, и все. И никакой агротехники, кроме того, что я в 4 метрах треугольником расту две груши, дают, они отличаются от других груш огромным ростом и огромными урожаями, только потому, что я с них никогда не брал ветки. Подчеркиваю. И они вместе с этим маньчжурским орехом образовали треугольник. 4, 4, вот такой вот. Вот так вот. Треугольник. И хотя у них согнулись кроны, плодоносят груши, как ни в чем не бывало. Это я говорю просто о своих наблюдениях. Выводы делайте сами. И вот сегодня я увидел вот такие вот ростки пошли, вот эти маньчжурские орехи. Получается, что первое, наверное, все-таки их надо было бы посадить осенью. Я, правда, не знаю, как их любят грызуны, но они довольно толстые, и у них кожура толстая. Это их природная защита от грызунов. Вот. И то, что видел, то видел. В конце, вот сегодня 21-е, да, получается, зашли они числа 15 июня. Что будет дальше, не знаю. Вот я сказал детям, ну, если что, Сергей Валерьевич продаст, вот, может, заработаете лишнюю копейку. Дети, они уже разбираются. Деньги считают только так.